Всех приветствую. Сразу скажу спасибо, что выбрали именно мой ролик. В этой первой части туториалов по Asphalt 8 я покажу, как легко получать тачки, валюту и так далее. Погнали! Первое. Играйте в мировую серию и получайте боксы с наградами. Чем выше лига, тем лучше награды в боксах. Плюс вы получаете бонусные награды за набранную вами лигу и задания в сезоне мировой серии. Второе. Играйте в арену по 5 кток в день, чтобы каждый день получать по 5 ящиков. Ситуация как и с сетевой игрой, чем выше лига, тем лучше награды. Третье. Играйте в блиц-акции или просто акции. Есть несколько видов блиц-акций. Гонка на время, классика, гонка на мотоциклах с реальными игроками, сетевая игра и режим противостояния на бесплатно арендованных максимальных тачках B-класса, A-класса, S-класса. В блиц-акциях вы можете получить кредиты, синтез, ускорители разной длительности, чертежи для профи улучшения и многое другое. Плюс редко, но бывают акции, где разыгрывают очень ценные награды. Четвертое. Выполняйте задание «Охота за тачкой» и забирайте ежедневный подарок в «Охоте за тачкой». Это отличный способ получить профи улучшения и одну бесплатную машину за неделю. Набираем 3 лайка, и я сделаю туториал, как быстро проходить задание «Охоты за тачкой». Пятое. Если вы хотите эффективно получать кредиты, синтез и бесплатно улучшать почти все тачки D-класса, то смотрите рекламу. На ПК вам нужно скачать VPN, подробнее в этом видео. На ПК вы можете за рекламу улучшать машины и получать профи улучшения, а на айфоне вы можете за рекламу улучшать машины, получать профи улучшения, по 100 000 кредитов и синтеза за день.